И очень часто, вот вы видите, как бы нам, да, показывают такие ролики, где как бы вроде как собака нападает. На самом деле мы видим еще иногда, ну, очень часто потом такие, как бы сказать, ролики настоящие, где показано, да, как дети относятся к животным, как он бежит и машет там, например, или наоборот, к ней специально идет. То есть дети очень любят дразнить животных. Чаще всего ведь стаи на улице образуются как по половому, так сказать, призыву, да. Вот однотечная собака, например, и за ней стая кобелей. Причем они большинство в ошейниках. Почему? У них настолько сильный этот инстинкт. Они вот такой забор перемахнуть для кобеля вообще нет проблем для любого, потому что он чувствует запах, он чувствует собаку в течке, и он за ней бежит. Отсюда стаи, да, они бегут из всего. Многие люди и не сдерживают, например, своих собак, отпускают спокойно. Вот, поэтому и возникают такие проблемы. Причем собаки, когда у них вот этот гон начинается, они вообще ничего не видят. Они ничего. Вот мы, например, когда был отлов, я сама ездила, смотрела, ну, не дай бог, чтобы собаку там не причинили ей какого-нибудь вреда. Я сама ездила, и мы как выбирали? Вот бежит стайка, например, собак. И видно, кто здесь причина. То есть мы забираем собаку. И некоторые даже кобельки реагируют как бы не за то, чтобы мы у них изъяли эту девочку. То есть все это на самом деле вот еще... Это тоже большой вопрос. Вернее, это, наверное, даже ответ на тот вопрос, почему образовывается стая.